Всем привет! Вы на канале Спортивный Дед. Это видео я хочу заснять для Андрея Панамаки. Это для тебя. Этот спортзал находится на станции Кашорникова. Сейчас дальше покажу, какой комплекс я немножко делаю. И сам спортзал. Для тех, кто ищет спортзалы, где, например, находится там, в Красноярском крае, где-нибудь позаниматься можно. Летом такое число, можно любую железяку, любой турник, брусья. А зимой холодно, нужно искать спортзал. Вот этот спортзал находится на станции Кашорникова. Сейчас я зиму провожу здесь и буду частенько здесь заниматься. Здесь есть два зала. Один зал вот для гимнастических упражнений. Здесь можно и разминаться. Здесь есть и бильярд, и груша когда-то висела в прошлом году. А в другом все железо. Турник, брусья и все. Так что занимайтесь спортом, несмотря ни на что, несмотря ни на холода, на зиму. Занимайтесь. Всем счастливо, всем пока.